Так, добрый день, кто смотрит мой канал. Записал я как-то просто так, ни о чем не думая, замена стекла. Но посмотрю, сейчас ролик просматривается, как говорится, больше, чем другие. И мне что-то заинтересовало. А может, я сейчас еще запилю один ролик, как продуть коробку на Actros 1844 третьей серии. Коробка автомат, сцепления вообще нету, только газ и тормоз на этот. И посмотрим, как это будет все выглядеть. Так, коробка продувается так. Сначала заводим машину, накачиваем полный воздух, пока не чихнет там или туда-сюда. Потом глушим ее. Потом как бы правой рукой у нас, вот вы видите, джойстики здесь, как говорится, как это все работает. Малый круг, это зажимается вот эта вот правая сторона, как бы джойстика. Вот зажимаем этот джойстик, и включаем зажигание. Вот как бы включили зажигание мы, на табло начинают бегать просто стрелки. Ждем, пока загорится буква N, то бишь нейтралка. Вот сейчас вот бегают стрелки, ждем, когда выскочит буква N. А потом, когда выскочит буква N, мы заведем автомобиль. И вот все, буква N выскочила, заводим. А вот вы видите, на табло как бы бегают у меня там стрелочки. Это как бы это вверх-вниз как бы переключается. Ждем, пока загорится буква N. Нейтральная передача все-таки. Вот, загорелась, заводим. Все, завели машину. И теперь ждем, когда загорится просто N. В этот момент... Ну, вы не слышите, а я вот слышу. У меня начинает дергаться машина. Там по коробке как бы идет, вот, сильно очень сейчас дернулась, может, даже и вы видели. По коробке идут, короче, переключения там передач. Коробка все продувает. О, хорошо, опять дернулась. Коробка все это продувает, все это. Все, нейтралка загорелась, можете отпускать. Все, можете теперь ехать. Вот, смотрите, сейчас вы как бы, вот, включается первая передача. Включается первая передача, вот я третью включил, вот как бы заднее все заработал, как бы такая вот петрушка. Теперь качаем воздух, сейчас накачаем воздух до конца и будем продувать коробку по большому кругу. Это я показал вам с правой кнопкой, это называется малый круг прокачки коробки, как говорится, тестирование. Все, коробка накачалась. Почему нужен сильно прокачивать, чтобы воздух был? Потому что все-таки там это все, вся передвижка над воздухом. И приходится накачивать воздух, чтобы хватило, как говорится, коробка, чтобы пробежала. Теперь правым пальцем зажимаем эту кнопку, а левым вот эту, две кнопки. И включаем зажигание опять, не заводя машины. Вот, все, включили зажигание. Все, опять ждем такой же порядок, как вот и был. Это прокачка уже называется по большому кругу. Ждем, пока опять загорит нейтральная передача, и заведем тогда машину. Все-таки здесь как бы немножко время надо. Вот, загорелась нейтралка, завожу машину. Все завел, и идентично, что вы видели в первом разе, что сейчас даже камеру положу на руль, чтобы вы это как бы более было вам видно, будет дергаться или не будет она. И коробка идет, вон, слышите, пикает, это идет прокачка коробки по большому кругу. Вот. В этих случаях, я сейчас расскажу, что у меня было, почему я стал продувать коробку и как это было. Вот дергается, машину подрагивает, там, если на улицу выйти, там слышно, что в коробке идет переключение, вон все маслает там очень сильно, как бы. И все, сейчас вот скоро должно выйти на нейтральную передачу. Вот опять коробка переключилась, дернулась. Все, коробка прокачана. Вот такая вот петрушка. А получилось что? Я не стал
Я не стал, короче, вначале рассказывать. Может, кому-то надо сначала коробку прокачать, потом мои байки послушать. У меня просто случился был такой случай. Я в Ростовской области, был сильный дождик, был, ну, непонятно, что там было. Короче, была беда. И у меня коробка зависла на 10-й передаче. Я где-то там шел, она у меня перестала переключаться. Вообще ничего не переключается, никак бы не это, ни вручную, никак это, не работает, короче, коробка. Кое-как я там нашел место, где приткнуться, приткнулся, встал. А когда я встал, у меня выключилась коробка полностью, как бы, да. Она раз у меня и выключилась. Нету ни нейтралки, ни вот этих вот стрелок, которые мигают. Просто черное это. Что делать? Ну, лечил я ее так. Короче, я взял, снял с аккумуляторов провода. С обоих даже не стал там, с одного с обоих скинул. Походил минут 15, прицепил. Смотрю, появилась буква «Н». Но коробка ни в какую не хотела прокачиваться. Вот до какого-то места доходила, отрубалась и загоралась там, я не помню, 2018, что ли, ошибка какая-то, или 28, или что-то такое, не помню. Ну, загоралась никак. И, короче, я ее мучил, наверное, раз 15-20 отключал аккумулятор, и это в конечном итоге она у меня прокачалась по малому кругу. Потом я прокачал по большому кругу, и все-таки она у меня пошла. Рекомендации от меня. Все-таки, когда ездите, не поленитесь раз в неделю продувать коробку. Ничего сложного нету, вы видели, как это все там, это легко. Но чтобы там она, как говорится, в мозгах держала всю эту, все свои позиции, как переключать ей передачи в памяти, я рекомендую хотя бы там раз в неделю, раз и прокачать коробку. По малому, по большому, без разницы, но лишь бы прогнать ее там туда-сюда. Так что вот такая вот как бы история случилась со мной. Вот такой ролик вот я вот сейчас вам выложу. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рад. Поддержите канал в развитии. Всего доброго. Спасибо за внимание. Буду рад очередной встрече. Ставьте лайки. Премного благодарен. Всего доброго.